Михаил в футболе с 4 лет. Сначала играл с отцом, позже решил перейти на профессиональный уровень. В первой спортшколе сразу показал свое упорство и стремление. Ну а во второй стал капитаном команды. Потом перешел в спортивную школу Одинцова. Мне здесь очень понравилось, я завел много друзей, и мы выиграли очень много кубков. 3 тренировки в неделю и 1 игра – такое расписание у футболистов 2013 года рождения. В осеннее время они тоже не отдыхают, а занимаются в теплом манеже. На поле с искусственной травой спортсмены оттачивают тактику и удары. В юном возрасте футболистам важно дать как можно больше работы над техникой, потому что она закладывается именно в этом возрасте, на начальном этапе подготовки. Отрабатываем прием, передачи. Недавно ребята стали серебряными призерами на первенстве Московской области. Но на этом останавливаться не собираются. Футболисты уже начали готовиться к следующему сезону. Он стартует в мае. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».